Так, особенный привет Юре, который нас сбаламутил на это мероприятие. Это не судьба. Пойдем домой. Да. Да. Вчера знакомый позвонил, сказал, что сегодня воскресенье, велопробег в Елгаве. Говорит, не хочешь? А я такой, я даже не слышал, что такое есть. В общем, мы пакуемся на велопробег. Сейчас миссия запихать два велосипеда в багажник. Посмотрим, как это у меня получится. И поедем в Елгаву на велопробег. Пришлось немножко их разложить, разобрать. На передние колеса, да, их надо разбирать, чтобы они нормально заходили. И тогда они более-менее залетают туда. Слушай, я смотрю, может быть, можно было их тогда и стоя поставить там, если уже мы сняли колеса. Но поздно. Ева говорит, надо накупить какие-то крепления, которые сзади крепятся к фаркопу. Евка уже готова к старту. Я тоже готов уже к старту. Все, мы запарковались. Только что друг написал, что он не поедет из-за детей. Так что кто-то сбаламутил, тот и не поедет. Так что, Юра, тебе привет. Смотри, как мы катаемся. Народа немного. Ну и погодка такая тоже не очень. Вообще сюда никто не приехал. Евчик получила уже свою бумажку. Только сиденье намочило чуть-чуть. Капелька такая совсем покапала. Но обещали, что сейчас немножко, еще так где-то до 12 будут такие 50-50. До 12? По-моему, до 12. Ну, подожди, сейчас 10:30 было. В 11 где-то, я так понимаю, мы стартанем. И... фиг знает, думаю, часик... Ну да, до 12. Ну, может, чуть покапает. Но мы вроде оделись нормально. У меня кепка, куртка, спортивные эти самые. У Евы номер 7, а у меня номер 9. Какой-то еще велосипед будет разыгрываться сегодня. Как и каждый год, якобы. Позор Елгавской думе. Платные туалеты. Тут прям сразу за ранее парком такое красивое здание отреставрировали, молодцы. Я вот тут смотрел, тут какие-то есть мероприятия, можно вроде проводить. Тут полиция, наша полиция нас берегет. Скорая там тоже сзади. Еще где-то минут 15 и велогонка начнется. Кто-то подготовился. Сам мэр тоже приехал. Интересно, мэр поедет с нами или не поедет? Там такая туча собирается. Дай бог, чтобы нас обошла. Все в предвкушении старта. Особенно Евчик. Для меня вопрос, куда мы едем? Там, мне казалось, всегда там тупик. А мы прямо на эту тучу едем. Так, особенный привет Юре, который нас сбаламутил на это мероприятие. Первая половина была под ливнем, под проливным дождем. Тебе так что особенный привет. А сам не поехал, жулик. Ну а так уже нормально уже. Дождик уже успокоился. Мы уже все промокли, уже привыкли, что мы мокрые. Прилипли уже, все прилипло, все нормально. Едем дальше. Едем по всяким линиям, тут по дачным участкам, по частным районам. А, малые, да? Это нормально погоняло.
Мы уже на Гане по улице выехали. Родзиня. Какие ваши ощущения после проездки? Хорошо. Так, тут надо собрать 5 дзимудзиня. Типа такие активитаты всякие. Всякие активные эти. Как, блин? Тут дальше потом покушать что-то еще есть. Сейчас посмотрим, что тут что-то жарят. Потом еще какой-то звонс. 112, что-то тут приехали. Так, мы с Евой тут собираем пузло. Готово. Paldies. Paldies. Нам самое сложное задание дали. Погоны. А вон какой-то дверь. Он это, наверное. Вон какой-нибудь. Не этот, наверное. А, ну я. Nākamais virslaitnēs. Uh-huh. Nākamais kapteinis. Uh-huh. Majors. Pulkvežlaitnēs. Pulkvedis. Un ģenerālis. Un kā mums Latvijā tā tur? Armands Rūks. Valsts. Сегодня мы еще и получим сумочку. Разукрасим ее. Наверное, как яйца, когда красишь. Девчик там что-то мутит. Я вон такую скрутил. И потом будем окунать вон ту краску в чан с водой. Моя сумочка пошла. Un pēc tam ņemt tos, jā? Jā, tur nebija vēl. Jā, jūs nebija. Ā, zimodziņa, jā. Накрутил сам. Смотри. Вот такие активы, активитаты происходят, и за них получаем штампики. Надо было собрать 5 штампиков, и тогда будет лотерея. Так, мне уже кто-то звонит, наверное. А, нет, сообщение. Есть, да? Все, бросаем. Skaties, skaties augšā uz koku, skaties. Un vēl cērā, pirmais tātad, kas pa balvu mums būs? Dziviatais.
Oh, skrejritenis no kanclera namā. Un dalīties ar kāds numuru 38. Ko tev vīgrāl? Ir tiešā 38. Numurs, paldies. Nu re, paskat, šitāds te braucam Rīgs. Mācēs atā. Karmas. Un dalīmies ar kāds numuru 20. Taži ne naš. Dalībnieks ar kāds numuru. Tā, numur 3. Dalībnieks ar kāds numuru 3, kur mums ir trešais dalībnieks. Saņem kārtīgu vēl augstu sasveicēju, lūdzu. Velobraucienu dalībnieks numuru 85. Tak, tu žiņi naš. Dalībnieks numuru 18. Dalībnieks numuru... Numuriņu pazaudēju jau, ja? Ko es teicu visu dienu, man nedrīkst pazaudēt. Sosot, nenos... Numurs 63 saņem gaisa pumpi. Šeit bija jau vīgrūt. Jevkaš dzēco velosipēd. Jā, bet numuriņš ir iznēst pārējais. Sezdomīga dāvana, regulējams telefonu turētājs. O. Jo, ka brauc rītē, nedrīkst skatīties telefonu uz ceļu, jāskatās ir. Bet, nu, telefons kaut kur jāliek, ir tāpēc jāliek turētājā numuru 33. Aha. Telefonu turētāju. Tagad tālāk ir jau šī tāda viltīga atstarojoša somiņa tumsā laikam spīd, kad uzspīdīja lukturīt virsū. Numurs 6 saņem šādu somu. У меня 6, но у меня 9. Savukārt velo sasliedzēja saņem numurs 29. Тоже не наш. Mums ir numurs 20. Смотрю опять на состом какой-то. Pumpis, nopietnas pumpis, nopietnām bumbām, numurs 70. Uzpumpēt gan bumbas, gan velosipēdu, pat mašīnu var mēģināt uzpumpēt ar šo pumpi. Velosipēda telefona maciņš jau tāds izskatās, ka var lieto ar viņu braukt. Numurs 62. Numurs 45. Numuram 89. Jūs jūtat, ja, ka mums te atbalstīt ar šogad tik dāsti, ka... Tā, velo saslēdzējis. Numuram 21. Numuram 25. Tur iekšā kārbiņa. No pašas drīkstas malas skrien. Numurs 25. Soma ar kārbiņu. Numurs 31 saņem velo zeķi. Tā, tāds kārtīgs velo dzērienu turētājs, pudeļ turētājs. Numuram 83. Un 32, numurs 32. Beidzot, kungs varēsiet piepumpēt riepas savām velspēdām un kaimiņu dāmu velspēdiem. Algamas Alni numuram 9. Muguras. Tā. Skaistā rozā krāsā lielisks velspēdu saslēdzējs ar koda atslēgu numuram 91. Может, это выиграли. Обалдеть. Можно помогать? Ну, тогда, да, не, сюда вам, Смухка? Да, это на руку, это и... Ну, я не писал мне фонда. А тогда, что ты дал он карты? Доду? Ну, тогда... Зика, поставь гад колледж на тастелс, тут румейтен бакс седай какой-то. Mums nebūtu tā, ka viņš viens pats to smago darbu ir izdarījis. Samaisam tā, lai te viss tā kā nav būtu bijis. Un viņi vispār nezināja, ka viņi te izsauks, tāpēc skaties gaisā un vēl cērā vienu numuru. Tā, nu tad šis būs īstais, jā? Numurs 42, dāmas un kungi. Dāvanasinieka fonda.
sezona un, dāmas un kungi, ar to mūsu velo brauciena apbalvošanas ceremonija arī ir noslēgusies. Es ceru, ka jūs visi guvāt prieku šodien, jūs noteikti guvāt arī lietu šodien. Tagad ir īstais laiks baudīt tomēr sauli, kas pie mums ir atnākusi. Mums vienkārši tik daudz, ka peltī viņš neielikt, šis tas bija stelts nolikts. Nu tādā... Tavā skutara. Skatāmies gaisā un velkam ārā numuru. Numur 90, ne, 43. Kur mums ir numurs 43? O, mielkī. 43, jā. Tātad, veicīt? Šeit Jevka vīgrīt samurāt. Jā, viņš bija ekipētākais šodien. Varētu tu makšķi nobraukt? Jā, uztais bildi. Un labi, tātad tas ir viens šito šie liek kabatā. Jā, tātad šie ir skreirteņi no kanclera. No kanclera, kanclera nams. Kā mēs zinām, tur ne tikai ir kanclers precis, bet arī velosipēdi. Un vēl kā vārā, vēl vienu lapiņu. Ar numuru 39. 39 tas numurs. Nebēļ saļbā, paģam domāju. Tā. Vigrāl sumku. Ura, jau vigrāl sumečku.